Приветствую всех моих зрителей. Сегодня мы будем готовить очень вкусное, быстрое и легкое блюдо. Это будет запеканка с макарон. Для этого нам нужны такие продукты. Вареные макароны, можно взять спагетти, можно взять любые, какие вы любите. Петрушка, сушеные помидоры, можно и без сушеных помидор, если нет. Нужен будет тертый сыр, один болгарский перец, куркума, соль. Для смазывания формы можно использовать топленое сливочное масло или растительное масло. И 2 яйца. И так, чтобы сильно макаронам грустно не было, я взяла немножечко колбаски. Можно взять колбасу, ветчину, все, что вы любите. Вот такие продукты мы будем использовать для приготовления нашей запеканки. В зависимости от того, сколько у вас макарон, можно взять и такую форму. Так как у меня макарон немного, то я взяла вот такую форму. Я ее уже застелила пекарской бумагой. И сейчас мы будем начинать готовить наше блюдо. Спагетти я немножечко вот так вот порежу, чтобы они не были такими длинными. Так, теперь добавляю перец, добавляю петрушку. Если вы любите шпинат, можно добавить шпинат. Можно добавить какую-то другую зелень. Добавляю сушеные помидоры. Перемешиваем это все хорошо. Добавляю колбаску порезанную. Тоже все перемешиваем. Добавляю немножко соли. Добавляю вот немножечко взбитое яйцо. Тоже все хорошо перемешиваем. Добавляю немножко куркумы. Если вы ее не любите, можете ее не добавлять. Она придает такой желтенький цвет. Куркума — это считается такая, как женская приправа. Она должна быть всегда. Она очень полезная. Добавляю сюда немного сыра тертого. Тоже все перемешиваем. Все, макароны наши готовы. Теперь я беру форму. Я смазала ее топленым маслом. Теперь я на центр укладываю чашку, потому что я хочу, чтобы у меня посередине была такая дырочка. Высыпаю наши макароны сюда. Так. Вот так у меня получилось. Сверху я посыпаю нашу запеканку тертым сыром. Сейчас мы отправляем в духовку. Температура в духовке 180 градусов. И запекаем где-то минут 15-20 до образования румяной корочки. Вот такая вкусная запеканка у меня получилась. Мы уже попробовали, она очень и очень вкусная. Рекомендую, 100% гарантии. Вот она такая мягенькая, вкусненькая. С обратной стороны там запеченный сыр. Запеканка получается необычной формы. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, поделитесь этим видео со своими друзьями. Желаю вам всего доброго и до встречи. Всем пока-пока.